Так, сегодня у нас 1 марта 2014 год. Наступила жаданная весна. Или весна жадана. Облгосадминистрацию захватили пророссийски настроенные силы. Не могу ручаться, кто конкретно, но то есть сами россияне или просто пророссийски настроенные граждане. Облгосадминистрации флаг Украины. Алло. Что? Слушаю. На площади Свобода. Сейчас Сумская открыта, ездят автобусы. Ездят все. Сумскую, говорю, уже открыли. Конечно. Открыли Сумскую, ездит транспорт. Во втором этаже обладминистрации российский флаг. Перед ним экскаватор, тоже демонстранты с российским флагом. Спецназовцы, я вижу, или беркутовцы, не знаю, милиция, в общем. Батянь, я прям сейчас снимаю, так что мне крайне неудобно разговаривать. Давай как-то потом, хорошо? Я уже скоро еду домой. Я здесь сейчас вообще не потому... С ним, да, я ехал по своим делам и вот увидел, что здесь, я думал, здесь все разошлись давно. Тут, оказывается, народ и есть. С ним говорю тебе. Да. Да, да, есть. Есть, я взял. Батянь, хорошо, все, давай, давай, пока, неудобно. Давай, давай, пока, хорошо. Хорошо, пока, давай. Такие пироги. В общем, уборка. Кто-то приветствует даже. Люди кровожадные создания. Сегодня при штурме я стоял, записывал видео, вокруг меня женщины кричали. Распять его, ну, пленного вели, захваченного. На предыдущем видео, я думаю, можно будет посмотреть. Именно распять, порвать, распять. Древний Рим какой-то, господи, цивилизация.
Все, люди отдыхают, все хорошо, все довольны. Так, теперь самооборона тут, я так понимаю. Так, тут у нас даже каре какое-то строится. Спасибо.